дугообразными движениями корректируем шею переднюю. Снизу вверх, снизу вверх. Переднюю шею мы больше никак не массажируем, только щипчиками. Ну и подушечками пальцев, щипчиками. Ну, в принципе, полотенце можно пониже, ты правильно заметил. Давай вот так вот. Ага, вот. Там ямочка должна, да, пойти, да. Чтобы так голова. У нас нет условий. Щитовидку желательно мы не трогаем. Мы щитовидку не трогаем. Только я показываю то, что по моей учебе. Ты уже помолчи, покажешь. Вот, шея, она у нас берется вот по краям. Как бы щипчиками, круговыми движениями растираем шею. Когда делаешь массаж лица, делаешь все зигзообразно, то, что мы проходили, поглаживание кругообразное, зигзообразное, подушечками пальцами кругообразно, зигзообразно, да, круговые, и работает только средний указательный палец, средний палец, большой нет. Большой, если только щипчик берешь. В основном средний палец работает вокруг глаз. Шею мы долго впереди не делаем. Если шея, конечно, проблемная, вся сморщенная, желательно делать питательными кремами, которые подтяжку лифтинговскую делают, питают и подтягивают. Но мы сейчас работаем с ламинарием. На сегодняшний день ламинарий это очень мощный эффект дает, да? Потому что ламинарий подтягивает, питает, и подтяжка идет очень сильно от него. Водоросли натуральные. Так, зону декольте мы как бы мышцу эту подключичную тоже подушечками пальцев поглаживаем, круговыми движениями растираем стороны. Тоже долго не массажируем. Здесь можно сделать вибрации, похлопывание подушечками пальцев. Пунктирование можно делать. Больше ничего такого не делать, потому что подключичную мышцу тоже нельзя трогать. Дальше идем. Шею, значит, подбородку подтягиваем граблеобразно слегка, легкими движениями. Работаем подбородочком. Подбородок делится на две части, как и лоб. Можно вот такими щипцеобразными движениями, ушным раковином, растирать. Разминать тоже можно. Можно текстировать одну часть подбородка. И вот с этой стороны прям сильно-сильно нажатием, хорошим нажатием корректировать ушным раковином. Мы не растягиваем, мы ведем ушным раковином. Потом подушечками двух пальцев, указательного и среднего, мы делаем спиралевидное растирание ушным раковином. Можно растирать мощно, потому что эти места как бы затрагиваются. Кожа у нас 40 раз нежнее, это вокруг глаз. Там мы ничего не делаем, только указательным пальцем легким движением плавно проводим. Вторую зафиксировали часть. Опять ее хорошенько растерли. Одним поглаживанием здесь делать ничего не получится. Здесь коррекция этого подбородка, как правило, возрастное, если у нас подвисают вот эти места. Чтобы откорректировать, надо хорошенько, щипцеобразно растирать. Поглаживание щипцеобразное делаем, корректируем. Подбородок можно еще круговыми движениями поглаживать двумя пальчиками. Также круговыми движениями растирать. Носогубная складка, да? Носогубная складка идет от основания губ, да, к крыльям носа, да, мы как бы ее подушечками указательного пальца поглаживаем. Вверх. Да, вверх все идет. Вверх домиком поднимаем между бровями. По спинке носа можно пройтись указательными пальцами. Можно зафиксировать, везде нужна фиксация.
зафиксировать и подушечкой указательного пальца растереть круговыми движениями носик. Крылья также указательными двух пальцев можно с двух сторон растирать круговыми движениями. Щипцеобразный носик. От кончика носа кверху идем. От кончика носа кверху идем. От кончика носа кверху идем. Модулируем нос нажатием. Так, вокруг губ мы также с фиксацией, поглаживанием кругового указательным пальцем идет, чтобы не растянуть, тоже как бы фиксацию делаем. Потом двумя пальчиками можно растирание круговые вокруг губ сделать. Потом можно зафиксировать, провести вокруг губ, зафиксировать, провести. Так, области щек. Мы можем здесь делать основаниями даже ладони, пройтись кушным раковином, поглаживание сделать. Можем поглаживание тремя пальчиками сделать кушным раковином. Фиксируем. Начинаем растирать тыльную сторону пальца круговыми движениями. Тремя пальчиками, круговыми движениями, кушным раковином. Гребнеобразно, как в сказке душечка румяну мазала, да? Угу. Кушным раковином. Здесь уже помощнее работаем. Для того, чтобы застой жидкости убрать. Щечки у некоторых есть деформация, щек бывает с возрастом. Не щипает? Интересно, отпечаток усталости уходит, да, сразу? Красненькие щечки, да, становятся. Кровообращение, насыщение кислородом идет. Лоб делим на две части. Одну часть можно придерживать. Круговыми движениями к височной части идем, да? Можно поглаживать основание части ладони, вот так вот. Другую часть можно поглаживать к височной впадине, прям хорошо скользя по ней. Можно кверху растирание подушечками делать. А масло какое использовать? Косметическое. Если жирная кожа, то тогда крем для жирной кожи специально. Если очень жирная кожа, то талик используется. Так? Да, это как пудра детская, чистипка. Да, бывает, да, такое. Есть еще косметический талик. Теперь мы что делаем? Полностью корректируем все лицо, да? Есть японская методика. Поглаживание идет от лба по краям щек, но не прям посередине, чтобы не растянуть возле глаз, да? И спускаемся вниз. Тут вода получится. Вот. Просто поглаживаем, как утюжком сглаживаем. Сейчас покажу. Вокруг глаз от внешнего угла средним пальцем идут вот такие вот надавливания, слегка подпитка. Сверху идет указательный средний палец, бровь остается посередине. От внутреннего угла к наружному, да? Здесь значит так, а вот здесь бровь посередине. Масло на подвижное веко не мажем, и крема тоже, только вот. Брови можно массажировать щипцеобразно, к височной части. Ну, пунктирование делаем. Можем использовать для омоложения травяные кусочки льда, календула, ромашку успокаивающую, которая работает с кожей хорошо. Вот сейчас вот как бы покраснение кожи вы видите, да, покраснело. Теперь мы переходим к криомассажу. Ну, это можно сказать не криомассаж, кубиками льда разглаживаем лицо на травяной основе. Она сейчас сразу почувствует, как лицо будет какое классное. Ты только лево не смывай, ладно? Холодно? Ну, здесь с круговыми движениями можно и шею, и декольте.
и щечки, и носик. У мужчин тяжелее делается, потому что щетина мешается. Но я уже приспособилась. Замораживаем. Все, нагрелись, переснижаем. Ну все. Ну, в области глаз, вот тут, вот так. Ну, можно просто вот так вот смотреть. Вот так можно. Просто у нее тушь там, я не стала сильно. Вот. Между бровями. Где мимические морщинки, можно вот так вот. Зигзообразно. Кругообразно. Видите, травка, видите, трава. Так, теперь что мы делаем? Мы делаем, слегка пропитываем, ну, салфеточкой, но можно слегка пропитываем. Теперь нам надо же убрать... Ну, вверх поднять надо глазки, аккуратненько вытереть. Так, теперь нам надо убрать излишки этой травы. Смывать лицо больше не смывай, Лена. Потому что эффект у тебя сейчас останется, как хорошо будет. Ну, я сейчас уберу. Так, все, да? Где у нас это ламинарий еще? Чуть-чуть подтяжку сделаем. Еще ламинарий? Да, чуть-чуть заключение. Ну, уже видишь, что смыло. А, ну, ромашка там, ромашка, колен была. Сейчас я уберу. Она свеженькая, да? Свеженькая. Ну, прям чуть-чуть. Видно прям... Я просто печатаю вот эту усталость и прям уходит. Посмотри вот так вот рукой. Сама. Угу. Тонизирует как хорошо. Здесь мы как бы антивозрастную шею ламинарием хорошенько.